нашей студии – люди, которым Господь дал таланты. Люди, которые поклоняются Богу этими талантами. В эфире программа «Таланты и поклонники». Миру всім, хто слухає Світле Радіо, програму «Таланти і поклонники». Поклонники, з нами сьогодні людина, жінка, яка співає для Бога, співає про Бога під псевдонімом Олівія Солоні. Вітаємо. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогі радіослушателі. У посланні апостола Павла є такі слова. Подивіться, браття мої, скільки слів на світі, і жодного з них немає без значення. Отже, ваш псевдонім, він милозвучний, кажуть, що італійська мова поряд з українською в плані співучості, ну, принаймні в опері це мова номер один. Чому Олівія і чому Солоні? В моїй житті зараз як би нова страниця. Після покаяння, коли я посвятила свою життя Богу, Господь мені дав за 25 років, в которой я живу с ним, дал много работать, дал много ему служить, дал родить детей и вырастить их, и дал служить в церкви, я была счастлива. И затем наступила такая страница моей жизни, когда из-под меня как бы были убраны все эти столпы, на которые я опиралась, которыми я гордилась, и не стало просто ничего. Я пережила серьезную болезнь, и надеялась только на чудо, и получила это чудо. И у меня был очень серьезный конфликт семейный, и я ушла с работы, и ушла из служения. И перед этим Господь мне открывал, что у тебя начнется новая жизнь. В другой молитве Он сказал, что я поведу тебя долиной смертной тени. Ну, знаете, как мы, христиане, мы думаем, долина смертной тени, я ее пройду, так говорят псалмы. Так говорят его обетования. Но когда ты идешь этой долиной смертной тени, исчезают стереотипы и исчезают чьи-то мнения на этот счет. И ты приобретаешь свой совершенно отдельный опыт упования на Бога, когда ты держишься только за Него, и каждый день ты говоришь, что унываешь ты, душа моя. Я еще буду надеяться, еще буду славить Бога. И каждый день ты не просто открываешь источники в пустыне, а тебя просто вынимают из большой ямы. Однажды мне Господь сказал, из любой ямы, какой бы глубины она ни была, я тебя тут же вытащу. И это так. И вот эта долина, я могу сказать, что она еще продолжается в моей жизни, поэтому я бы не хотела сама даже себя ассоциировать с тем прошлым, которое было очень успешным, очень красивым. Знаете, когда ты молишься, и Бог отвечает на твою молитву сразу же, то есть ты видишь везде результат, ты весь живешь в этих плодах, и не сильно у тебя есть время, немного у тебя есть времени задуматься о том, что внутри, как ты внутри, какой у тебя внутренний человек. Ты как бы, тебе нет времени. И вот это время закончилось, и тут ты предстаешь перед тем, а кто ты, какой ты. И вот здесь и нужна работа. Поэтому теперь мое имя Оливия. Я верю, что какие бы давления ни были в жизни, будет масло хорошее. Благодаря этому Господь допустил это с единственной целью, чтобы, во-первых, убрать все ненужное, наносное, ненастоящее, чтобы я ходила в истине, а также, чтобы у меня уже был действительно тот плод, который от Господа, ну, то есть то масло, тот елей. Поэтому имя Оливия. Солонье — это, можно так сказать, это производное от моего девичьей фамилии. И она имеет древнегреческое происхождение. Город Солона был одним из ранних христианских центров. И мне нравится это. Навіть послання до Солонян є, два послання. Да, и эта фамилия моя девичья, она в интернете уже не существует этой фамилии. То есть носители остались только мой папа, ну и вот наше ближайшее окружение, наша семья. Больше нет. Вот. Дякую, тепер зрозуміло.
І під, ну, це, в принципі, навіть нове ім'я для життя, а не тільки для співу. Так чи інакше, ми в цій програмі торкаємося теми співу, хоча для всіх ясно, що поклоніння і прославлення Бога – це не стосується речового, голосового апарата безпосередньо. Людина може і не розмовляти, і при цьому прославляти Бога, і навпаки. А, тим не менше, чи співаєте ви сьогодні? Якщо співаєте, то, ну, власне, що, про що, для кого, де? Угу. Я благодарю Господа и славлю Его за то, что Он мне дал дар слышать песни. Первую песню я услышала во сне, и когда я проснулась, она звучала целиком. Ее как бы можно было как на магнитофоне проматывать туда и обратно. Это редкий випадок, потому что, как правило, сниться, а потом прокидаешься, и ты втрачаешь, ты проходишь какую-то фазу сна, и ты помнишь, что было что-то гениальное, но, на жаль, не можешь же відтворити. Да, в этом случае я первый раз, когда услышала эту песню, я удивилась, что она проматывается туда и обратно, два куплета, припев. И я позвонила своим наставникам, потому что они тоже музыканты, и начала, ну, в восторге, знаете, когда Бог касается тебя, когда проявляется его вот этот сверхъестественный дар. Я говорю, я вот сейчас уже сколько лет живу с Богом, я никогда не перестаю восхищаться и удивляться вот этому сверхъестественному проявлению Бога, когда Он проявляется. И я позвонила им и стала петь эту песню. И главное, что в этом сне в припеве звучали колокольчики. И вот когда мой наставник послушал эту песню, услышал, он сказал: «А в припеве должны быть колокольчики». Это подтверждение было. Да. И с тех пор Бог давал много песен. И сейчас моя задача, они все как бы лежали на полочке у меня. Но я выходила в церкви, пела, и пела также у себя на работе, когда были какие-то праздники. Но сейчас хочу упорядочить это все. Я напечатала все стихи, которые Господь мне за это время дал. Тоже получилось очень много страниц, по-моему, 36. Вот. И хочу защитить авторские права, хочу, может быть, даст Бог издать, если Он хочет этого. И петь. Песни также, может быть, сделать такой целый диск для того, чтобы потом благословлять людей. Вот, есть в планах создание концертной программы. Мы вместе с Робертом Алерборном готовим большую развернутую концертную программу для возможности выступления, поклонения и прославления Бога в церквях. Вот. Но видение большое, то есть не только здесь, видение на весь мир, потому что Бог вложил это в сердце. Вот что это будет служить очень многим людям. Знаете, я ревную о том, чтобы происходило то, что Иисус обещал. А верующих же будут сопровождать сии знамения. И я жажду, чтобы Бог исцелял через то, что мы славим Бога и поклоняемся Ему, чтобы Он оживлял сердца, чтобы Он освобождал людей от оков, и чтобы исполнялось все то, что Он нам обещал. Что нас будут сопровождать эти знамения. Ісус сказав, процитувавши пророка Ісая, що ці слова нині збулися, що вони про мене, тобто про нього. Дух Господа Бога на мені, ібо Он помазав мене. І там було кілька конкретних завдань, які отримав Ісус. Чи вважаєте ви, що все це стосується не тільки Його, тому що, ну, є така думка, що в кожного своє помазання. Були пророки, які пророкували, ну, якісь страшні речі, потрясіння, загибель, а от Ісус прийшов як такий лагідне ягнятко. Которая переворачивала там столи, когда в храмі були продаючі. Ну, от в цьому розрізі, коли він цитував Ісаю, Ісая ж багато чого говорив. І, да. І теж пророкував там руйнації цілих столиць, народів, а тут він помазав мене, ну, проповідувати там прозрение, спасение, отпустить измученных на свободу и рік Господнього змилення, юбилейный год, когда, да, рабов отпускали. Я помню. Ну вот, власне, як вважаєте, це для всіх нас. Ми християни, ми називаємося і іменем Христа. Це означає, що в чомусь ми маємо йому наслідувати. Я думаю, що печать Христова є дар пророчества. То, що ви прийняли Ісуса, как бы поставила печать на вашем теле, на вашей жизни, на вашем духе, у вас есть этот дар. То есть у нас у всех есть этот дар пророчества. А пророчество, когда оно посылается, оно делает что-то с человеком. То есть оно на созидание. Даже если оно что-то разрушает в нем, это то, что не должно быть. И сам Бог убеждает нас в том, что эти слова адресованы, то есть и сказаны не только об Иисусе Христе, но и о нас, те, которые за Ним последуют.
Потому что, когда ты говоришь с человеком, и дух проявляется через твой дух, через твои слова, через твои глаза, через то, что ты просто выслушал человека, выслушал его беду. У тебя было терпение для этого. И человек просто выплакался. И потом проходит время, он говорит: ты знаешь, твое общение с тобой исцелило меня. Я уже другой, вот я жил с этой проблемой, теперь у меня ее нет. Или песня, которая звучит, вот те люди, которые поклонники, они, у каждого есть это свидетельство, когда им кто-то свидетельствует о том, что ты пел, я упал, из меня что-то вышло, я чего-то избавился, моя жизнь теперь другая. Там, или я хотела сделать аборт, но услышала твою песню, и я не сделала, и вот ребенок живой, и моя жизнь от этого радостная. И что бы я делала, если бы я убила этого ребенка? Ты остановил меня. То есть песня, которая через тебя звучала, которую ты пел, Бог сказал мне через тебя. Это драгоценный дар, дар, который Иисус обещал, что будет сопровождать нас. И я благодарю Господа за этот дар. Никогда не знаешь, как слова, которые через тебя Бог посылает, скольким людям эти слова смогут помочь и из чего их выведут. Или просто твое внимание, твоя беседа. Вот. В студии Світлого Радіо у програмі «Таланти і поклонники» Олівія Солоні. Зараз вона живе, ну, начебто нове життя з новим іменем. І я так зрозумів, що у неї зараз період певної ревізії в житті, перегляду багато чого і навіть переоцінки. Ми повернемося до нашої розмови за кілька хвилин музичної паузи. Послухаємо пісню Павла Плохотіна, яка Олівії дуже подобається. К тебе я прихожу, склоняюсь пред тобой. Возьми меня, прошу, в свой мир и в свой покой, в твоей любви и милости явись ко мне, какой есть ты. Твоих ног хочу.
добровільному дарі я жертву тобі принесу. Ім'я Твоє, Господи, славити буду. Що добре воно, бо мене воно визволило від усяких нещасть. В ефірі Світлого Радіо програма «Таланти і поклонники». Наша гостя Олівія Солоні своїм іменем нагадує про те, що прославлення Бога в нашому житті, воно може бути схожим на прес для вичавлювання олії. І ми говорили щойно іще про один дуже цікавий образ в Біблії – це перлина. І про те, що під ним дійсно приховано, ну, теж дуже глибокий зміст. Що оцей дорогоцінний плід, якого Бог від нас жадає, для нас це часто плід терпіння. Про терпіння дуже багато є в Біблії. Терпіння і віра святих, щось таке є і в об'явленні. Образ перлини, от для вас – що в ньому відкривається? Песчинка, которая попадает в нежное тело моллюска. И все, что делает этот моллюск, он, страдая смертельно, пытается избавиться от этой песчинки и выделяет из себя такое вещество, которое, обволакивая ее на протяжении не одного дня, превращает эту песчинку в прекрасную жемчужину, в сокровище. Это очень-очень красивый символ. Я даже, когда шла сюда, я не думала об этом, а вот сейчас это пришло через вас, это напоминание, и я подумала, как это похоже на жизнь действительно настоящих поклонников. Они обязательно идут через страдания, потому что наша вот земная природа, то, что есть в нас, то, что мы унаследовали по крови, она наполнена грехами, наполнена привычками, те, что были нам навязаны нашими родителями, обществом, в котором мы жили, идеологией, и также от предков то, что пришло к нам. Ведь наши предки были язычники. И вот Господу сколько работы нужно сделать в нас для того, чтобы вот это все ушло. И часто мы страдаем из-за собственных грехов. И это очень похоже на то, что мы очень хотим от этого избавиться, мы очень хотим это вытолкнуть из себя, ну, чтобы не мучиться, чтобы не терпеть эту боль, а никуда не девается. То есть пока мы не придем вот к познанию мужа Иисуса Христа, пока мы в это не придем, в этот возраст полного познания, не закончится это. То есть нам не обещано, что мы будем жить без этого. Ну. И вообще истинное поклонение. Если можно, я скажу несколько слов о поклонении в этом мире, потому что мне Бог дал откровение. Мне довелось наблюдать жизнь одного молодого человека где-то 3 года назад, который очень давно хотел и находился рядом со звездой шоу-бизнеса. То есть этот человек ему очень нравился, он был его поклонником. И он старался быть рядом, как только есть возможность. Он старался быть похожим на него. И даже люди говорили иногда: «Ты так похож на этого человека». И для него это было, ну, как бы поводом гордиться. Но этот человек, он потерял свою линию жизни, как бы он потерял свою судьбу. И я изучала эту тему, я молилась, и мне Господь это открыл, кумиры и поклонники. Что такое кумир в мире? Это может быть человек, это может быть какое-то явление, это может быть какое-то дело, которое уже имеет какую-то славу, то есть оно уже успешно. Человек, либо дело, либо что-то, явление какое-то. И вот появляются поклонники этого. То есть, что эти люди делают? Они смотрят на это, им нравится то, что вот этот ореол славы. И они очень, очень хотят соответствовать, они хотят выглядеть так же. Они как бы отодвигают свою судьбу, свое предназначение, свою собственную суть для того, чтобы походить на вот этот объект. И когда они понимают, что это их не насытило и не удовлетворило, даже то, что они становятся похожими на этот объект, они начинают, у них появляется агрессия. Поэтому известны случаи, когда поклонники убивали своих кумиров. Такие случаи известны.
Недавно я смотрела одно выступление, потому что песня очень такая похожа на поклонение у Майкла Джексона. И вот он поет эту песню на сцене о том, что ты не будешь одинок. Она очень похожа на песню поклонения в наших церквях. Я удивилась, думаю, как Майкл Джексон поет песню поклонения. И что? И где-то в середине песни менеджер делает такой ход. Он выпускает одну из поклонниц, которая исходит слезами, значит, поклонение своему кумиру. Он ее берет и выводит на сцену. То есть он ее пускает туда. И она осыпает поцелуями своего кумира. Она валяет свой его ног. Она обнимает, целует. И потом этот менеджер, он ее забирает и уносит. И она вся, вы представляете, она в истерике. И я смотрела и изумлялась. И я думала, и что будет с этой девушкой теперь? То есть он подумал о том, что с ней будет. И... возможно, она вообще там умрет от разрыва сердца, потому что вот такой у нее была возможность прикоснуться к кумиру. И я подумала, вот кумир человек никогда не насытит человеческое сердце. Никогда. То есть оно всегда будет хотеть, а потом оно наполняется агрессией по направлению к этому кумиру, потому что оно никогда не будет соответствовать другой жизни. Мы никогда не можем вот в этой нашей дорожке беговой, жизненной, смотреть на другие дорожки, смотреть, как там у него, какой он там, ой, как он выглядит, и я себе такую прическу. Ты беги, то есть если ты остановился и смотришь на другого, то ты так и останешься на этом месте, ты не будешь бежать. И ты не сделаешь то, что Бог, к чему он тебя, для чего Он тебя родил на эту землю. Но Бог – кумир, то есть Бог – объект поклонения, наполняет нас как раз нашим предназначением. Как раз Он нам дает нашу суть, ту, которая божественная суть, и то призвание, которое Он запланировал для нашей жизни, потому что у каждого человека есть призвание для жизни. И вы знаете, вот тот молодой человек, за которым я наблюдала, он утратил своего кумира, я не знаю, что с ним сейчас, потому что его кумир неожиданно скончался, его не стало. И что теперь с этим человеком? Что вообще он будет делать? Но дал Бог, конечно, нам говорить ему и проповедовать. Мы говорили ему об Иисусе Христе, мы говорили ему о том, что ты корабль, и тебе нужно выходить в плавание. И в море может быть шторм, может быть буря, но... тем не менее, корабль выходит в плавание. И вот если ты будешь уповать на Господа, Он будет твоим парусом, то есть Он тебя убережет, Он будет твоим покровом. И я думаю, что для каждого человека вот нужно это понять, этот принцип. То есть ничего не может быть объектом твоего поклонения, кроме Господа, Духа жизни, который дал тебе жизнь, привел тебя в эту жизнь и обещает тебе вечную жизнь после того, как твое тело закончит свое существование, потому что наше физическое тело, оно временно, вот, а Дух вечен. И Господь нам обещает, что даст нам новые тела, если мы будем с Ним. Ми говорили про кумирів в розрізі саме якихось видатних людей, які зірки сцени або ще чогось, але ми згадали також, що це може бути якийсь проєкт, служіння, навіть церква або деномінація, і ти можеш пишатися тим, що ти приналежний до цього якогось успішного руху, але все одно це... партикулярне, і це менше, ніж Господь Бог. А, напевне, порожнеча, як сказали класики християнства, в формі або розміром з Бога, і лише Він один, цей ключ, який підходить до цього. Це ви сказали прямо для мене, тому що я подумала, ну, це трагедія, ну, ми цього не розуміємо. Мені Господь 5 років назад где-то проговорив в молитві, я дам тебе нову життя, ну, у тебе буде другая життя. І Он мені как бы давав, що я должна буду уйти з того місця роботи, де я работала. От чому я нове ім'я взяла? Тому що то було видіння Пета Робертсона. Бог дал этому человеку видение, он поклонник, он послушался и пошел за этим видением. И вот посмотрите, какой плод по всему миру. И я, как бы, мне дал Бог благодать быть частью этого и смотреть, что получается, когда человек послушен Богу. И также, когда в то же самое время, когда мне Бог положил на сердце, что я уйду оттуда, также и руководитель организации, Эммануил, тоже мне сказал: «Оксана, я верю, что это от Бога у меня внутри, что ты должна расти, ты должна отсюда уйти».
И вот смотрите, несмотря на то, что мне Бог это сказал, и руководитель мне это сказал, я все равно внутри, я не могла решиться на такое. Ну как это уйти с такого благословенного места? Но ведь я же на своем месте, ну я же делаю Божье дело, ну есть же плод, в конце концов. Ну то есть ну, зачем это делать? Но так Бог все-таки сделал, что программа закрылась, так все обстоятельства сделал, подготовил для этого, что мне пришлось таки уйти. И руководитель мне сказал, ты должна расти, у меня есть внутри, что ты будешь расти, что для тебя здесь уже как бы закончилось, ты здесь не сможешь это делать. Вот. И я благодарю Господа, что, знаете, внутренний рост, внутренний, вот он действительно требует, может быть, на какое-то время оказаться в этой раковине, быть сокрытым от всех, спрятанным, но внутри тебя происходит очень серьезная работа. Я так благодарю Бога за эти страдания, за то, что мне пришлось пережить сейчас. А отвержение, очень такое вот именно одиночество, ну как бы одиночество. И много я слышала от людей различных советов, типа как Иову давали советы его друзья. Они же хотели добра для него, они приходили искренне, они пытались разобраться, давай разберемся, тут вот ты согрешал, наверное, вот так. И они ему пророчествовали, они ему говорили истину, а он говорил, вы бесполезные врачи, потому что в этот момент нужен был только Бог. И вот это между Иовом и Богом происходило. Вот то, что он познал, что все подпорки, которые были под ним, они не давали ему близости с Богом. То есть они как бы были вот эти ложные подпорки. Знаете, когда люди выходят на поклонение, в церкви даже, и у них внутри может быть, знаете, как это, желание, чтобы они сами были объектом поклонения, или такое, ну как бы невежество даже. Вот, и ну и пусто, ничего не происходит. А бывает, человек выходит, два слова сказал, и присутствие Божье сходит на весь зал. И я думаю, что тут вот как раз ключ в очень глубоком познании Бога. И потому что его поклонники, они живут на глубине, они в пучине живут. Вот как Ионе потребовалось не то, что в пучину попасть этому пророку. Знаете, Бог тебе говорит, ты иди вот сюда, да, а он поворачивается и идет прямо в противоположном направлении. Вот так и со мной было. Он мне говорит, я тебя вот отсюда забираю, а я поворачиваюсь прямо в противоположном направлении, говорю, нет, не забирай меня отсюда, мне здесь очень-очень хорошо, я буду здесь. И так Иона, это такой, я всегда улыбаюсь, когда читаю эту книгу, ну, такой милый человек, то есть, ну, он оказался в пучине морской, потому что он плыл в корабле, и начался шторм, и люди спросили, из-за кого у нас это, значит, происходит такое бедствие, и они молились, и Бог им открыл, что это он. Ну, и он сам это подтвердил, я бегу от Бога, и бросайте меня в море. Эти люди его туда бросили. Мало того, что он попал в море, наверное, он плавать не умел, я думаю, раз его кит, в конце концов, эта огромная рыба его заглотила. И вот я всегда улыбаюсь, когда вижу Иону, вопящего из чрева кита, и поющего ему псалом, самый настоящий вот этот пророческий псалом, где он говорит, что я вот попал вот в такую беду, и воды прошли надо мной, и я в самой глубине, но я буду славить, и я исполню то, что ты мне поручил. И тогда Бог сказал киту, чтобы кит его выплюнул. Не просто в море, а он его выплюнул на сушу. И таким образом Иона имел второй шанс все-таки, или единственный шанс, исполнить волю Божью. Ну, вообще он очень смешной. Он мне так напоминает меня иногда. Дякую, Лівія, за змістовну розмову. Божих благословень на новому шляху. Спасибо. Я желаю всем Божьих благословений и мужества, чтобы пройти те долины, которые Бог позволит пройти в жизни, для того, чтобы быть более им использованы больше, еще больше, чем до этого времени. Вот. Там, де добрий пастир веде нас, веде за руку, де треба несе на плечах, ми зможемо все пройти. Все, що не вбиває нас, робить нас сильнішими. Абсолютно. А в Бозі ми безсмертні. Абсолютно. Спасибо.